И все-таки была другая Германия. Вот перед вами юноша у позорного столба. На груди у него плакат. Я сказал нет, я предатель народа. Значит, были же юноши, которые говорили Гитлеру нет. Были же люди, которые год за годом упорно говорили нацизму нет. Нужно много мужества, чтобы умереть. Но, быть может, не меньше мужества нужно, чтобы говорить нет, когда кругом говорят да. Чтобы оставаться человеком и борцом, когда люди кругом перестали быть людьми. Чтобы думать, когда думать запрещено. И посмотрите, какие прекрасные лица. Их было немного, но они были. Были всегда. Эти люди не только гордость немецкого народа, они его надежда. Потому что в таких людях будущее Германии.